Приближаются замечательные, любимые всеми новогодние и рождественские праздники. Для создания неповторимого новогоднего образа района постарались муниципальные власти, предприятия, организации, индивидуальные предприниматели. Для того, чтобы к Новому году Славянский район засиял новогодними красками, его глава Роман Синеговский подписал постановление о проведении конкурса на лучшее праздничное оформление объектов потребительской сферы. Участвуют в новогоднем состязании и дарят праздничную атмосферу окружающим все предприятия потребительского рынка и услуг, руководители магазинов, торговых комплексов, директора предприятий. Город и район преобразились. Выросли праздничные елки, засветились витрины и фасады. Большинство уже оформили свои объекты ночной подсветкой, плакатами, баннерами, световыми гирляндами, декоративными шарами, мишурой, фигурками Деда Мороза, Снегурочки и Снеговика. По-настоящему творчески подошли к созданию праздничного настроения у жителей и гостей района, красочно оформив в праздничной новогодней тематике свои объекты: магазины «Лимпопо», «Карат», «Камея», «Универмаг номер один», «Домовой», «Лямур», торговый комплекс «Строймаркет», рестораны «Галлархолл» и многие другие. И, конечно же, главное украшение нашего города – это елка на Театральной площади, сменяющаяся подсветкой и новогодними игрушками. В городе она главная, но не единственная. В микрорайоне Кубриз также располагается главный атрибут новогоднего праздника. Такое оформление города помогает создать новогоднее настроение абсолютно каждому жителю. Ведь гуляя по его улицам, фасады зданий создают частичку новогоднего настроения и ощущается атмосфера скорого праздника. Конкурсная комиссия оценит труд предпринимателей по украшению своих торговых объектов. Фантазия и творчество подход особо приветствуются. А самое главное, что соперничество здесь не ради наград, а ради того, чтобы новогоднее настроение было у каждого жителя Славянского района. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, Александра Тимовская. Программа «События».